В Рязанской области с юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной войны. Павлу Андреевичу Лосику исполнилось 100 лет. Он прошел всю войну от начала до конца. Поздравить ветерана с юбилеем в село его родных прибыли военнослужащие Центрального округа Росгвардии, начальник управления Росгвардии по Рязанской области, глава администрации Михайловского района, ветераны войск правопорядка и представители общественных организаций. Торжественные мероприятия начались с видеопоздравления, подготовленного специально для юбиляра командующим Центральным округом Росгвардии генерал-полковником Игорем Галоевым. Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и созидателей, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени. Во время поздравления командующий Центральным округом Росгвардии вспомнил все важные заслуги Павла Андреевича, которые позволили приблизить нашу страну к победе. После поздравления от собравшихся гостей торжественным маршем перед ветераном прошла рота почетных караула Центрального округа. Далее все перешло в звуки парадной музыки в исполнении военного оркестра округа. Лирические композиции были исполнены ансамблем «Песни и пляски» под руководством заслуженного артиста России подполковника Александра Мещерякова. Кроме того, в этот день ветерану подарили портрет, на котором изображен сам Павел Андреевич. Многое было сказано и о великом празднике Победы. Юбиляр был очень благодарен и раскрыл секрет своего долголетия. А мне силу дала любовь к родине. И откровенно скажу, жажда жизни. Жить в любых условиях надо так, чтобы наши люди жили хорошо. Павел Лосик отметил, что ему мало его собственной жизни. Ему нужно, чтобы его близкие и все рязанцы жили в счастье, в добре и в богатстве. Он отметил, что это рязанцам по силам. В завершении праздничной программы для ветерана и собравшихся гостей тыловыми службами Центрального округа Росгвардии было организовано чаепитие на свежем воздухе, где Павел Андреевич поделился фронтовыми историями и поблагодарил всех за оказанное внимание.